пошел вдвоем творить, вас надо забанить! Я вас двоих убил в предыдущей серии 2 раза! А вы меня в конце убили и не дали победить! Что вы творите вообще? Шшш! Спокойно, жулик Плей. Возьми таблеточку, успокойся. Самое главное, не нервничай. Нервы — это самое главное, ты понимаешь? Эти 2 выпендрежника слишком много выпендриваются, да, жулик Плей? Ты думаешь, мы с тобой не справимся с ними? Да легко! Мы вас в этой серии... Понятно? Поэтому вы нас вначале решили закрыть в клетку, типа нас забанить, и сейчас, когда мы здесь стоим, ты на меня выпендриваешься. А ты не переживай, раунд начнется, вы отсюда вылезете и будете нормально играть. Следующий. Да, кто хочет мне еще высказаться в лицо, подходите сюда ко мне, я же в клетке, я в общем... Мать моя мама. Вы кого сегодня в позор? Вы гип... Да, хватит меня палкой бить, ты неандерталец! Вы гип-гипков со стрима позвали сюда, чтобы они еще сегодня с вами играли! Ну тогда, потому что мы устали проигрывать вам каждые 5 серий! Вот я сейчас вас выпущу, если вы еще раз выиграете в этой серии, то я больше играть с вами не буду и перебаню вас тут двоих, понятно? Это как так получается? То есть мы как бы можем с вами играть? Но если мы вас победим, то вы с нами больше не играете, правильно? Логика, конечно, безупречна. Каждую серию у нас бомбите, ну давайте посмотрим. А ты свой ствол держи в кармане и не высовывай его. В предыдущей серии мне хватило, что ты 2 раза меня убил. Сегодня... Не выпендривайся. Так, пошли, Хэнрит. А ты палку свою спрячь, вот эту вот огромную. Сегодня я тебя... Реально этот гуманоид, неандерталец, кого притащили вообще против меня играть? Вот я в каждой серии, в каждом ролике по снайперам, я не перестаю тебе удивляться. Ты каждый раз находишь место, где надо спрятаться, все страннее и страннее. Ты меня когда-нибудь просто доведешь до чего-нибудь, я тебе отвечаю. Не понимаю, чем тебе не нравится мое... место. Нас тут никто не видит, нас тут никто не заметит. Ты как бы учитывая то, что против нас сегодня вот это 12 человек играет. Нам надо быть тише воды, ниже травы, Хэрри, поэтому давай медленно спускайся сюда. Ну так а нафига мы залазили, если нам сейчас спускаться надо? Давай аккуратнее только. Так ты спустился, проверил и залез обратно, Хэрри. Ты дурак, так не полностью спускаться. Да ты определись, Там атака сверху, там атака сверху, там атака сверху! Где, в смысле? Тут очень много верхов, Ты мне скажи, где точно? Да на крыше она, на крыше слева! Тут очень... Они на стройке! Уже бегу! Что ж ты, почему ты палишь в самом начале? Ну если ты нас случайно увидела, ну промолчи ты ради всего святого! Зачем ты сразу кричишь, где мы находимся? А, еще чего, чтобы вы снова выиграли? Да. Нет, спасибо! Вообще-то, даже если бы она не сказала, я вас все равно уже услышал. Попадала. Я убил его, все, у нас преимущество. Ты молодец. Я не могу этого Спайдермена арбуза убить. Это что у тебя такое? Это Пистотрон 3000 с глушителем антирадиационного действия. И вот этот вот. Поэтому я тебя так легко и убил. Вот этот... Ну, в смысле? Как хорошо сейчас было! Хрейд, пока ты там прохлаждаешь свое место одно, я тут пол команды уже разнес. Так я тебя ищу вообще, ты где вообще? Ребята, Хрейд, на крыше! На какой крыше? На какой крыше? Я на пятиэтажке, помоги, пожалуйста! Молодец! Вышел подышать свежим воздухом, и сейчас зайду обратно. Больше дышать не хочется, я... Меня двое жмут, помоги! Ладно, хорошо, сейчас помогу, стой на месте, никуда не высовывайся! Стой на месте, мой х... Он побежал! Убил! Я тебе дам всю
Я все в раунде обещал! Да-да-да! Слово даю! Топстишь! Здорово! Вот, видишь меня? Вот он, вижу! Лови пулю, Хрейн! Это что, дурак, что ли? Нет! Я специально промазал, если бы я... Сзади! Сзади, Клайн! Сзади, Клайн! После тебя я спасу! Так, ну я же сказал сзади, да? Просто у меня, как всегда, не вовремя перезарядка, поэтому мне пришлось немного отвлечься, хер... Господи, я перезаряжусь хотя бы, а? Сколько вас... Гип-гип! Там еще и гип-гип! Попадал, ой, так это кошмар, это кошмар, это кошмар, это... А патронов нет. Господи, боже мой! Хрейн, я и без тебя, мне кажется, справлюсь, как мне... Так, здесь еще кто-то бегает, здесь еще кто-то бегает, как мне кажется, меня просто окружили все команды, или... Сама разбилась, ты за этот задом упала и вот это свалилось с пятиэтажки. Зато я забрала тебя с собой, и первый раунд за нами. А сколько человек осталось живых? Ты! Понимаешь, живых. Ты! Я-то думал, мы уже всю эту команду раза два убили. Ты столько людей взяла, да так? 12 этих мусорных мешков по карте бегает, ничего сделать не может. Вот как хорошо мы играем. Вот сейчас еще один раунд затащим, ребят, и они полетят в бан 100%. Я уже буду ждать, пока вы, Дюшенька с Хрейном, выстрелите первую пулю. И я пойду к вам прямо в вашу сторону. Где вы? Ты глупый! Ты глупый! Экзанил! А? Ты глупый! Что? Ты глупый! Что я слышу, ты понял, глупый, я умный! Ты глупый, ты заколебался, это повторяй, может, хватит! Я умный, Приманил! Это приманка, балбесный! Я же не просто так это делаю! Тихо. Чё там такое? Ага, Хрейн, вот я нашла тебя! А ну иди сюда, мой хороший! А ну иди сюда! Я убил её! А мы даже... Ещё один! Сколько их там? Я не... Иди сюда, мой! Да, помоги! Откуда? В смысле как? В смысле со чем? Спины! А чем? А мы даже из комнаты еще не вышли, Хрей. Тут... А ты мне 6 раз повторил то, что я дурак. А мы вот какой план только что придумали, как бы забанили. Я испугался, если я только что не обращаю внимания. А, да я и не обращаю на тебя внимания. Кто где вообще был, то что только что сзади нас оказался? Проверка третьего этажа. Все чисто. Проверка второго этажа тоже чисто. И проверка первого этажа чисто. В разрушенном окне никого, в том разрушенном тоже никого. Осталось чуть меньше половины команды. И я пока не очень понимаю, где они все спрятались. А я не очень понимаю, какой из этих этажей второй и третий. А где окно разрушено, а где нет? Ну так ты прицел активируй и посмотри, где оно разрушено. Вот. Чуть не сдох, я перелетел. Вот этот хрен, пошли вот сюда. Тут крыша полная, слышишь? Слушайте, я тебя вижу, куда ты побежал? Стой, подожди, стой на месте! А, тут три человека меня встречают! Ребята, крыша, а ну быстро к нам! Я тут... лечу, я Человек-паук! Тут очень много крыш, Хрейд, я это повторяю, я не... Да пятиэтажка, самое главное здание! Понял, ну, отвлекаю! Так, нормально. Хорошо заманиваем, хорошо переманиваем внимание. Ты продолжай их вот это вот там догонять так. Да я да хватит! Каждый раз, когда меня оставляешь, я каждый раз умираю! Может, не надо, а? Да, я видел его! Он в этом, в здании какой-то, вот энергетик, который там написано. Так, слушай, это не я тебя оставляю, это ты меня каждый раз оставляешь. Надо, как наверх туда собраться, надо всегда вдвоем бегать, я убегаю, ты за мной не бежишь. Вот так и получается, то, что мы с тобой расходимся. Сейчас я сюда заберусь и допереперду. Мне показалось, ли за мной кто-то бежит?
Не, наверное, показалось. Сейчас наверх заберусь и всех перепердухаю, не переживай. Спайдермен! А, нет, как тебя выстрелить? Это... Да, господи, О, нормально, первый пошел. Сейчас и вторая пойдет. Вторая пошла. Подожди, выходи! Сколько человек живых осталось, Хрей, напомни, пожалуйста? Два! Софи Грей и Костя! Ну, тут типа нефиг делать, ну затащи уже! Господи, Софи Грей... Я его видел! Софи Грей, которая второй... Давай! Типа, ну? ко мне! Где ты? А! Костя, у тебя вообще паучьего чутья вообще никак нет! Ты пробежал мимо меня три раза и даже не увидел! Я Микель Охара, у меня нет паучьего чутья! Да, ну в целом тогда оно все и по... Да где, куда ты стреснул-то за две секунды? Мы с тобой что, в кошки-мышки сейчас будем играть, я не понимаю! Да нет, это называется... Последняя осталась Софи Грей! Ну ты не сможешь ничего сделать! Тут у тебя что, скилл не вырос до такого уровня, чтобы меня убить! Скажи, пожалуйста, где ты хороший находишься? Облегчим твои страдания! Дай мне хотя бы выбраться из этой комнаты! Стой, ты где? Выходи ко мне! Так я вышел, ты мне скажи, в какой именно комнате ты находишься? Ты откуда стреляешь? Ты не на... Ненормально, я не стрелял, это ты вы... Да ёб! Я тупая, да ёб! Я ненавижу эти крюки! Это мы сейчас затащили с тобой или что? Ну, если быть точнее, Софи Грей сама себя затащила, я просто смотрел, как она тащит. Ну, в целом, счет 1-1. Команда неудачников. Причем не моя, а их! В 12-ром просто не выиграли! Если верить моим подсчетам, то сейчас у нас счет 1-1. Это означает, что для конечной победы нам необходимо 3-1. Правильно? Нам нужно 3 очка заработать. У нас есть сколько? Одно. Верно? Верно. Значит, итого 3 минус 1. Нам нужно выиграть еще 2 раунда. Я надеюсь, тебе это понятно, мой ученик? Да. Пошли. А ты стрелять меня обязательно? Да, этот пистолет с одной пули не убивает, поэтому скажи спасибо. Короче, давай с тобой сделаем так. Хрейт, сейчас медленно и аккуратно. Думаю, они в школе были! Помогите! Нифига, школе, не так. Школе, они идут! Что они в школе? Что? В какой школе? На первом этаже! Где? Почему вы всегда палите каждый раз, где... Да, они в школе! А ну идите сюда, я с вами разберусь! Почему вы каждый раз палите, где мы находимся? Ну просто промолчите! Ну вот... Да куда ты свалил опять? Я не понимаю! Найдись, пожалуйста! Я не протяну из тебя там... Убил Харайда! В каком кабинете? Я свалил и опять сдох! Ты опять умираешь первым? Самый быстрый раунд в истории снайперов. Да почему ты сдыхаешь всегда первым? Да потому что ты постоянно убегаешь. Догоняй, не я быстро бегаю, а ты медленно ходишь. Мое предложение с предыдущего ролика... Действительно. Иди в баню. Поменяй там тиммейта себе, Эдуард. Он мне в этом ролике предлагал, чтобы я его в команду взял. Даже не смей туда тыкать. Ролик Жулик Плея, где он тащил всю серию. Зачем вообще этого Жулика Плея? Ситуация усугубилась. Теперь у нас счет 2-1. И мы с тобой проиграем, поэтому давай все-таки мы с тобой... Из-за тебя усугубилось, потому что я опять... Тихо! Каждый давай мы с тобой, пожалуйста, перестанем ссориться и не будем расходиться, и будем постоянно вместе! И тогда мы точно снова затащим! В каждой серии, в каждом ролике, это Чупакабра вздыхает первым, и потом я из-за него проигрываю. Если я сегодня проиграю этот видос... Если они сейчас затащат третий раунд, я снайперов больше не записываю никогда. Пускай они меня банят со своего же сервера, больше я сюда не вернусь, пока... П-
пока новая карта снайперов не построится. Вот ты, конечно, молодец, что все это рассказываешь. Но мы стоим посередине открытого поля. Давай погнали уже. Подожди, я этого... Подожди, я сейчас... Не-не-не, он мой! Он мой! Ладно. Он мой, не... Подожди. Они на крыше школы, все туда. Ты знаешь, что я ее ненавижу? Я ее ненавижу со мной! Я ее ненавижу! Давай уже, давай! Господи! Я ненавижу эту игру, я ненавижу эту Наташу, я ненавижу этого всего! Опять я виноват, мой пупсик, да? То, что ты сдох первым, то, что тебя убила какая-то Наташа, которая целиться даже никогда не могла нормально. Вот ты, пупсик, я тебе хоть слово сказал! Слышь, малой, ты это самое, последний раз в моей команде находишься, как я понимаю. В следующей серии реально жулика плея возьму, если это следующая серия вообще когда-нибудь будет. Да, да, конечно, ты же, конечно, жулика плея затащишь лучше, чем со мной. Конечно, я лучше затащу, чем с тобой, но хотя бы целиться нормально может, чем... По мне стреляют откуда-то! А вот откуда ты никогда не узнаем! Я чувствую его запах! Наташа, ты серьезно? Все нормально, ты... Натах? Ну, типа, все хорошо произошло там, не? Да ты за своего пистолетом! Молчи, Костя, я не могу проиграть! Поэтому надо активировать режим Джона Уика. Да хватит своего бодибилдера включать! Ты меня уже бесишь с ним! Вот когда-нибудь я тебе его выключу! Не включишь, я заблокирую! Это я тебя сейчас... Это была моя угроза тебе! Да нафига ты... А зачем ты просто рандомных людей начал убивать? У тебя там вообще вот это... Крыша поехала давным-давно, я как бы понимаю, то, что звезду словил, вот это, ЧСВшным немного стал, но ты поаккуратнее, жулик плей, не надо агрессировать на своих же. Слушай меня сюда, Джон Уик, ты, видимо, давно не видел режим грозного Клайпа, да? А вот сегодня, прямо сейчас, в эту секунду, я его включу и покажу тебе, что такое грозный Клайп, понял? Ты трындишь, как дышишь, Клайп, ну а дышишь часто. Поэтому поменьше разговаривай и побольше делай важных дел. Ты можешь только вот это выпендриваться на меня каждый раз, но за слова ты, как обычно, никогда в этой жизни не отвечаешь. Поэтому просто молчи и все. Эдуард, ты, видимо, потерялся совсем, дружочек, да? Не. Я услышал, где ты находишься! Кто я? Не, Клайп, Лев... Так, слушай, я не перезарядился! Кого не перезарядил? Вот этот меч свой не перезарядил, и что-то там в руках... Бегающие синие чупакабры! Кого ты вообще в команду сегодня набрала, Натаха, со своими этими Клайпами? Икс, Данил... Бежал... Куда? Ты чё, ты чё? Давай, Ромашка! Стоять! Вы ещё и разговариваете... Да, в тудым-сюдым! Вы ещё и разговариваете, синеголовые мои! А чё не на своём гиб-гибском, а на человеческом, а? Мой армейный глаз убивать тебя с одного раза, понял, да? Ладно, всё хорошо, я... О! Так, ну это... Ну, не стану тебя расспрашивать. В предыдущей серии он нас убивал без остановки. Кость тут на грузинском разговаривает. Переведи, пожалуйста. Не-не-не, это не грузинский, это что-то другое. Чупа-буба-чуп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 а
Чупа-пупа второе! Чупа-пупа! Ого, господи! Как?
Но я хотел обмануть тебя в спину обойти! Я обманул твое обманывание, Клайп, это самое главное! Чупа-пупа, последний вот этот вот синий... Ты меня... Я тебя, а ты меня не найдешь, но тебя я найду, высовывайся давай, вот этот... Я тебя по башке бам-бам-бим-бом, мистер Бомбасти, пиу-пиу, вшух и все. Еще один человек, который разговаривает больше, чем дышит. Слушай, мужичок синеголовый, давай мы с тобой просто встретимся где-то, как ковбои настоящие, просто пересечемся, выстрелим, до кого быстрее пуля долетит, тот и выиграет. Да, ну ты поднимайся сюда, я ждать тебя. Да я ждать тебя, брат, ты поднимайся. Да, вот, я, сзади. Брат, брат. Давай, я... Наверх! Ап! Не спустись, брат! Я ждать тебя, брат! Здесь подарки вкусно, понял? Ладно, хорошо, спускаюсь. Жди меня возле этой лестницы, сейчас буду одну секунду. Вот так вот. Так, так как вот... Вот. Обожаю. Сейчас все будет, мистер Бомбастик. This is fantastic. Я опять упал и опять почти проиграл. Дверь закрыта. Я тебя видел, бро. Давай, выходи. Что, боишься, да? Вот ты где. Моя твоя не друг, И твоя моя тоже не друг. Давай, выходи. Я смотреть на тебя. Друг друга! Друг. Что? Что это было? Было. Это как? Это получается, кто выиграл в итоге? Да, конечно, мы победили! Это ж мы выйдет обана! В смысле? Нет, мы победили! Вас больше и вас больше нет! Все, мы! Так... Неправда, вас унка-пука-пука-лука убили! Мистер Бомбастик, это получается. Или ничья и никому ничего не засчитывается, или ничья и каждому засчитывается по одному очку. То есть получается у них сейчас 3 очка, а у нас сейчас 2 очка. Кто победил-то в итоге? Вы мне нормально объясните это!